Всем привет, дорогие друзья! С вами я, Колян. И сегодня мы проходим обе в Roblox. Это довольно очень популярный режим. В него обычно играет по 6 тысяч человек. Ну что, попробуем его пройти. Все нормально. Погнали! Ну, первый... Понятно. Вот очень многих такая проблема, вот промахиваются с пробелом на телефоне. Вот это очень многих такая проблема, точнее у всех. Я не помню, как там, ну как-то можно настроить пробел. Второй уровень тоже такой простенький. Так, третий уровень, но тоже. Так, четвертый уже посложнее, но тоже довольно-таки простой. Просто так проходим. И все. Так, тут еще уже более серьезно. Так, не мешайся. Упал чел. Так. Вот на этих штучках вот часто очень фейлятся многие. Так, ну вот это очень легко. Ладно. Вот и очень еще мешают люди. Ну, игроки, точнее, люди. Так. Так. Прыгаем. Ладно. Ладно. Еще вот это поворачивать, вот это очень сложно. Вот проблема с пробелом. Вот, ребят, подскажите в комментариях. Ну, если кто-то знает, там, меня кто-нибудь посмотрел. Ну, вот подскажите, как настроить пробел. Как его сделать больше, там, не знаю. Потому что, ну, это невозможно. Вот куда-то в точку полевее, там, люди целятся и тем не попадают. Так, на тут, насколько я помню, да, вот это. А вот тут вот это. Насколько я помню, да. Так, ну вот тут я бы не стала, ну вот просто, знаете, вот прямо, просто прыгайте потом это, потому что... вы очень большой шанс, что вы упадете. И я бы, ну, советовал как, ну, как положено проходить. Так, ну, тут просто пропрыгали. Тут легко. А, понимаю. Окей. Тут очень много уровней. Очень. Еще в этой игре, что бесит, то очень долго ждешь, пока возродишься. Так. Все, прошли. Так, ну тут тоненько, тут тоже довольно-таки легко. Так, просто проходим. Так. Все, готово. Ай. Понятно. Вот мы ждем очень долго. Так. Вот так проходим. Все. Вот, кстати, да, на этом уровне тут очень многие фейлятся. Вот что-то как-то зацепляется, не знаю. А вот этот уровень на ПК очень сложно проходить. Потому что мышкой не успеваешь это разворачиваться. Вот этот уровень на телефоне очень легко пройти. Вот. Вот когда я играл на компе, вот в это обе, я, наверное, прошел его, наверное, минут 5 проходил. Я только уже довольно-таки сложным методом прошел, но прошел. Так, ну тут просто пройти. Я не знаю, на этих стенах я не умирал, но насколько я понял, это... Ну, эти стены убивают, когда ты касаешься.
Так, этот уровень несложный. Тут просто проходим. Логично, в принципе. Так, прошли. Так, ну этот уровень вообще нефиг делать. Просто вот так берем, проходим и все. Так, вот тут я помню две стеночки вот так, потом вот так и вот так. Все. Тут тоже просто пропрыгать. А, понимаю. Понимаю. Обязательно на последний надо зафейлиться, конечно. Блин! Что за фигня? Так, вот так, все. И только не пишите в комментариях, о, я нуб, лучше играйте. Нет, все играют по-разному. На компе я играю хорошо. А вот на телефоне из-за этого мелкого пробела вообще не... Вот о чем я и говорил. Вот когда вот только что начал проходить, вот тогда, ну вот как нужно, то есть вот так, я прошел с первого раза. А вот так лайфхаком, ну, конечно, я видел людей, у которых, ну, очень много, очень многих так получается. Но у меня нет. Тут просто пропрыгали. Так, все. Кстати, ребят, хотела вам сказать, что завтра в 12 часов дня будет стрим. Так, будет стрим и, наверное, получасовой, да. Потому что вот эти 10 дней майских каникул вообще кайф. Так. Вы видели, я наступил, и я не умер. А. Ну, все равно за чекпоинтил. Короче, взял чекпоинт все равно. Все равно. Так. Вроде да, иду в то на... Или не в то на... Да блин! Уже начинает бомбить. Ладно, окей, ребят. Вот я даже не знаю, в какие режимы завтра вот стрим будет. Я даже не знаю. Ну, может, в Murder Mystery там, не знаю. Еще что-нибудь популярное. В Adopt Me, наверное, нет. Ну, конечно, если кто-нибудь напишет комментарий, ну, что хочет, то ну, почему бы и нет. Если хотите, ну, без проблем. А, вот тут обманчивый уровень. Вот смотрите, вот тут, да, вот тут наоборот. Я вот в первый раз, когда проходил, я на нем зафейлился. Так, вот этот уровень, вот на нем я, наверное, раз 20 погибал. Вот, вот. Вот, тут очень узко, и тут пройти, ну, конечно, можно с первого раза, но прям вот так надо проходить. Готово, готово. Главное вот все на последнем. Все. Готово. Все, ну, тут просто пропрыгали, все. Так, ну, тут, в принципе, тоже... Кстати, ребят, будет стрим на 150 подписчиков. Вообще актив большой. Это очень хорошо. Надеюсь, скоро будет 200. Я мечтала о 100 подписчиках, и я даже не думала, что у меня скоро уже 200 будет. Ну, надеюсь. Но я просто стараюсь. О, все, зачекпонировался. Так интересно, на каком уровне? Я. Поэтому тут тоже просто пропрыгали. Все, так.
Это тоже. Так. Но я думаю, уровень 40-й есть. Думаю. А, теперь вот этого нуба проходим. Вот он и легкий, я бы сказал, и довольно-таки... Ну, его, кто первый раз проходит, скорее всего, будет проходить долго. Потому что вот когда ты уже играл вот в это, ты уже понимаешь. Кстати, вот я наступил вот на эту... Блин, я чуть-чуть до чекпоинта не дошел. Да, вот я на эту первую наступил, и оно сразу мне не это. Я не умер сразу. Вот я вот тут сейчас так чекпоинтился. Так. Извините, ребят, у меня небольшой кашель, потому что я там на улице потом там ходил, вот поэтому и кашляю. Так, так, все, нуба прошли, все. Но дальше там, в принципе, легко, и уровней еще очень много. И самый прикол в этом режиме, ну вот как и во многих других обби, тут, когда ты заходишь заново, ты не сохраняешься на том чекпоинте, которым ты был, и приходится проходить все заново. Вот это, конечно, очень бесит. Не знаю, вот на этом уровне я тоже уже очень много раз был, потому что заново проходил. Так. Я, в принципе, уже разыгрался. В принципе, уже что-то у меня выходит. Сейчас я вот вроде... Ну все, накаркал. Ладно, ребят. Я думаю, будем заканчивать. Завтра в 12 часов будет стрим. Всем до свидания. И скоро увидимся. Всем пока, ребята.